а сейчас к новости буквально последних минут. Пресненский суд Москвы приговорил экс-чиновницу Минобороны Евгению Васильеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшую главу департамента имущественных отношений взяли под стражу прямо в зале суда. И сейчас на связи... Золотые хиты пророка Самбойс. Это мелодия, под которую именно ложатся стихи, как она должна и петь. На базаре, на базаре. Один старик жену продавал. Никто ему за старуху простого рубля не давал. Уж больно твоя старушонка худа. Болеет противная, она просто беда. А как же она в постели? Ты был с ней давно? Да что ж нее толку? Она лежит как бревно. Во-во-во! А такая баба, такая баба, такая баба нужна самому. Такая баба, такая баба нужна тебе самому, 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 самому. Бежал ПТУшник и старика пожалел. Пожалел старика. Папаша, рука у тебя нелегка. Давай-ка с бабулькой я постою. А вот продавил старушонку твою. Продашь, покупай, коль богат. Эй, старуха, глядите, не старуха, а клад. Уж больно твоя старушонка худа. На вид не газиста, а в постели звезда. Такая баба, такая баба, такая баба, такая баба, такая баба нужна тебе, тебе самому. Такая баба, такая баба, такая баба нужна самому. Давно старуха читает про секс. Давно читает, и практика есть. Да что-то она угрюма, старуха твоя. 100 грамм поднесешь ей, не удержишь тогда. Не удержишь тогда. Старик посмотрел на старуху свою. Зачем я тебя, тебя продаю? А такая баба, такая баба, такая баба нужна самому. Такая баба, такая баба, такая баба нужна тебе, тебе самому. Такая баба, такая баба нужна самому. Вау, вау, вау,
посмотрел на старуху свою. Зачем я тебя, с тебя продаю? Старуху свою не продам никому. В России нужна самому. О-о-о-о-о-о. Пел пророк сам бой.